Всем, кто хочет выиграть автомобиль, достаточно принять участие в викторине, которая проходит в рамках голосования по объектам благоустройства по программе формирования комфортной городской среды. Голосование стартовало сегодня. Точки для голосования размещены рядом с избирательными участками. Человек голосует за объект для благоустройства на следующий год, отвечает на простые вопросы викторины и может выиграть смартфон, планшет, ноутбук, телевизор или даже автомобиль. Сегодня мы всей семьей проголосовали в 11:00 на своем избирательном участке и приняли участие в голосовании формирования комфортной городской среды. И также приняли участие в викторине «Купно за едино». И около часу дня мне позвонили на номер телефона и сказали, что я стал счастливым обладателем смартфона. На викторине абсолютно разные вопросы, их очень много, но каждому человеку выдается 3 вопроса. За правильные ответы, то есть если все 3 вопроса ответят правильно, то можно участвовать в розыгрыше призов и выиграть автомобили, смартфоны, роботы-пылесосы и много чего еще интересного. Чтобы выиграть данный автомобиль, я пришел на свой избирательный участок. Там были волонтеры, которые предложили и также дополнительно проголосовать за мой район, за благоустройство моего района. Я проголосовал, и, соответственно, после этого со мной связались, то, что я являюсь победителем. Ключи вручает наш юный волонтер Лиза. Мы вас поздравляем, реально это очень круто, эмоции зашкаливают. Сами будете ездить? Скорее всего, то, что сам не буду, возможно, будет отец. А отцу он необходим, да, такой? Ну, да. В хозяйстве в любом случае он тоже пригодится. Рады выигрышу? Безумно. Для меня это было полной неожиданностью, что даже сначала я и не поверил. Вот, но как по итогу все действительно оказалось так, как оно есть, я действительно счастлив.